Готовиться к поступлению в ВУЗ нужно с осени. Так считают в Кубанском государственном технологическом университете. В старейшем ВУЗе Кубани пройдет день открытых дверей. Выбрать перспективную профессию, узнать о новых специальностях абитуриенты смогут в это воскресенье. Родителей и будущих студентов ждут с 10 утра в корпусе на улице Красной, 135. Там будут представлены все факультеты и институты ВУЗа. Помимо этого, специалисты КубГТУ расскажут о центре подготовки абитуриентов. Для того, чтобы поступить в университет, естественно, нужно готовиться. Поэтому с 1 октября у нас в университете начинают работать подготовительные курсы. Это школа абитуриентов, воскресные подготовительные курсы, это школа индивидуальной подготовки. То есть эти занятия направлены на подготовку ребят, которые учатся в 11 классе. Сегодня политех – один из ведущих вузов края. Университет оборудован всем необходимым, начиная от современных лабораторий, заканчивая удобными аудиториями для лекций. Начиная с первого курса студенты проходят практику. Также созданы все условия для занятий наукой и спортом.